Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джоза, и сегодня мы с вами посмотрим на монстров из Дурс. Вау, что фигура здесь застряла. Это у нас, короче, прикольный режим, где у нас здесь можно взять, смотри. Например, возьмем вот такого, да, у нас Сига, вот, видишь, он такой смотрит во все стороны, следит, отлично, и он так ходит. Бам-бам-бам, жесть, вот грохот издает жесткий, короче. И каждый здесь нормально так анимирован. У нас здесь есть разные локации, сразу показываю. Так, нет, это у нас трансформашки. Вот здесь разные локации. Ну, например, у нас здесь есть вот двор. Давай попробуем сюда попасть. Ой, о, жесть, здесь у нас уже какая-то тусовочка происходит. Так, давай левел 100 телепортируемся. Здесь тоже у нас есть какая-то тусовочка. Так, это что это такое? Макдорс. О, во, вроде бы, да? Вроде здесь никого нет. Но по-любому сюда еще кто-нибудь придет. Обязательно. Обязательно сюда кто-то придет. И смотри, у нас здесь есть разные анимации. Так, сюда я могу пройти? Да, у нас здесь столовка, короче, смотри. Есть подъем. Есть такая анимация. Так, вон, вылазит, 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 смотри. Вылез, вылез, вылез. Смотри, какой выбрался, вот. Все, выбрался и... О, все, нормально. Выбрались и можем бежать за кем-то. Отлично. Вот так вот ищем. Он еще так бегает, смотри. Ищет, да, во все стороны своим глазом. И у него есть вот такая еще... Это даже не сколько анимация, а просто крик. Он кричит. Жесть. Давай посмотрим следующее. У нас здесь есть вот такое вот, например, стремительность. Вот он вот так вот выглядит. Его тоже можете встретить где угодно. Ходит он бесшумно, вообще никаких звуков не издает. Но зато, смотри, у него здесь есть включить дальний звук. Это издалека. Так, звук закрытия. Так, а вот это могу, наверное, выключить. Это звук закрытия? Я не знаю, что за закрытие, но, короче, он такой звук издает. И испугать прыгунов. Во, смотри. Хоп. Бам! Взрывается. Обалдеть. Короче, вот такой. Но зато передвигается он абсолютно без звуков. У нас здесь есть... Так, Сик мы посмотрели. Вот. У нас здесь есть вот такой вот. Стой. Жесть. Жесть. Он звуки издает, конечно. Страшные. Так, переключить глаза можно. Что это? Ага. Смотри. Включаются глаза. Отключаются глаза, да? Правильно? Да, глаза отключаются. Можно включить. Так, выключить свет. Жесть, он орёт, конечно. Можно включить свет. То есть за кем-то идти, а здесь я пройду. Ой, смотри, там кто-то ходит. Но я не могу пройти, я слишком большой. Ладно, он какой-то супер шумный. Так, трансформируемся, давай. Глаза, вот смотри, у нас здесь такие глаза. Как она называется? Просто глаза. Последний шанс посмотреть в них. Кто посмотрит... Тут все, короче, тому конец. И у него есть такая анимация. Бан. Что это такое происходит? Он просто звук издает. Атака, атакующие глаза какие-то. Интересненько, интересненько. Ну-ка, давай посмотрим вот этот глюк. О! Во! Глич, смотри. Ха! Прикольный. Жесть. Бесшумно тоже продвигается. Никаких звуков не издает. Странно очень. А испугать... О, вот это он звуки издает, конечно, страшные звуки, прям очень-очень страшные. Круто. Ну-ка, дальше быстренько посмотрим. Засада у нас здесь есть, вот такой. О, вот у него очень много звуков. Так, дальний звук. Издалека, как будто вот он бежит где-то. Можно его услышать. Ой, там наверху, смотри, что-то есть. Я видел. Так, ладно, выключаем дальний звук. Давай посмотрим. Так, вот этот звук. Переключить звук закрытия. Похожий, да? На предыдущий. Прибытие. Итак, что он делает? Итак, куда? А, он приближается, да? Ага, все, я понял. Все, есть. И испугать. Испугать прыгунов. Ну-ка. Оу! Жесть, вот такой скример он делает, конечно, жесткий. Так, у нас здесь Сик прибежал. Давай посмотрим. Во, крик у нас. О, вот он у нас. Смотри, какой крутой. Отлично, у него есть тоже три звука. Ну-ка, атака. Он никаких звуков не издает, кстати, смотри. А если я нажму атаку? Ой, жесть, вот это он визжит. Да, реально, крик. Обалдеть.
Крикливый до ужаса. Так, о, может позвать кого-нибудь, типа, такой, из-за угла. Такой, стоишь, смотри, такой, типа, не хочешь немножечко там конфет? И ты заходишь такой за угол, и он тебе такой атакует. Хоп, и откусил тебе ручку. Вот это да, вот это он. Стрёмный, конечно. Дальше у нас есть, во, рисунок. О, фигура, о. Жесть, у него руки какие-то крюки. Жесть, его прям крутит по-страшному. Ну-ка. Так, рык. О, жесть, он рычит. Какой. Размышление. Ха. Такое, куда бы пойти? Пойду я, наверное. Ну-ка, я могу отсюда выйти. Так, я опять слишком большой, не могу здесь пройти. Так, испугать прыгунов. О, откусил, жесть. Как будто меня откусил. Ну-ка, хоп-пэм. И свет. Что за свет? А, он светится еще? Вау, смотри, он перед собой может свет включить. Прикольно, ну-ка, есть темная какая-нибудь? Вот, библиотека. Так, здесь тоже бегает много кто. Ой-ой-ой, смотри, сколько здесь фигур ходит. Обалдеть. Так, свет работает у меня? Так, свет работает, да. Жесть. Здесь просто супер тусовочка монстров. Ребята, тусуемся. И что это? Здесь? Здесь реально тусовочка. Все тусуются здесь, ладно. Давай в другое место куда-нибудь. Так, сотый левел. Вот это что это такое? Вот это-то, куда я попал? Карты какие-то. О, я провалился. Выбираемся. Выбираемся. Не предназначено это, кажется, место для меня вообще. Так, свет. Свет включаем. О, жесть, я реально здесь не могу. Я не могу здесь полный рост стать. Вот оно что. Я не могу здесь полный рост стать. Я слишком большой. Пробираемся. О, все, здесь могу стоять. Отлично. Так, туда. О, могу пройти, а туда вниз могу упасть. Так, ну-ка, пробуем. И туда пробраться не могу, но зато наверх запросто. Запросто проходим. Нет, туда не заходит. Понятненько. Самое нормальное место это вот здесь вот, да, могу тусить. Ха, прикол. Прикол. Ну ладно, давай возьмем кого-нибудь поменьше. Давай возьмем Крика. Вот он маленький у нас. Маленький удальненький, может залезть куда угодно. Я думаю, и пробраться тоже куда угодно может без проблем. Например, вот сюда залезет. Опа, что у вас здесь происходит? Ну-ка, давай попробуйте укусить. Ах, укусил? Ничего не произошло. Ладно, он что-то как-то приуныл немножечко, что ли. Ты что приуныл? И, в общем, у нас здесь есть вот такие разные карты, да? Тут даже вот такой коридор искателя у нас здесь есть. А, коридор искателя. Во, отличное место. Да, но только он как-то не опороченный пока что. Вроде обычные. Здесь глаза должны быть везде со всех сторон. Но пока здесь вообще не... А, вот они появились, кстати. Они чуть дальше. Вот, ну, смотри, все глазики смотрят за нами. Смотрит, ищет. И дальше мы пройдем куда-то, дальше доберемся, заберемся, посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас пробитая крыша. И так, вот у нас еще комнатки. Там кто-то ходит. Где-то здесь, да, походу? Да, где-то здесь бегает. Вон он бежит, смотри. Жесть, ты че? Ты неправильно бегаешь, походу, дружище. О, жесть. Пришел, накричал на меня. Во, еще один бежит. Че вы не в ту сторону бежите, ребят, вообще? Откуда они бегут вообще? Отсюда, что ли? Из этой комнаты? Непонятно, вообще непонятно. Ну, весело, можно здесь поиграться, посмотреть за разных монстров. Режимчик прикольный, в общем. Я надеюсь, видео тебе понравилось. Ты поставил лайк, подписался на канал, вон там ходит какой-то огненный. Вон, видишь? Ага, фигура здесь пробирает, сражается с руками. Ты что делаешь? В общем, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Ну и, конечно, не болейте, не скучайте. Пока-пока.